Оригинальный подарок коллегам. К 80-летию ГИБДД пресс-служба областного главка презентовала песню, посвященную инспекторам госавтоинспекции. Композицию «Нижегородский батальон» исполнила автор, она же старший референт отдела информации и общественных связей Главного управления регионального МВД Ольга Раслевич. Здесь настоящие патриоты, и до последней капли пота с охотой мы выполняем свою работу на благо народа. В любую погоду мы на дорогах охраняем этот город. И старый молот, поколение традиции. Мы выбрали службу в дорожной полиции. Не поступившись принципами, мы с амбициями. Наша страна может спокойно нами гордиться. Неважно, солнце или дождь нам бьется в лобовое. Наперекор преступности мы готовы к бою. В руки нам дан закон и на плечах погоны. На страже Родины нижегородские батальоны. Творчество службе не помеха, как рассказывает сама Ольга. Музыкальный подарок сочинила от души. Кстати, стиль выбран не случайно. Так как я с 2008 года читаю рэп, руководитель мой предложил мне записать песню об истории создания ГИБДД, а также о их нынешнем времени. Долго-долго я думала о том, что же можно написать, но приехав домой, я нашла муза. Мне настолько легко удалось написать этот трек, что я в этой композиции рассказала о том, насколько сложно и нелегко работать в дорожной полиции. Почему название «Нижегородские батальоны»? Так как мы являемся представителями Нижегородской области, из-за этого этот трек получил такое название. Областное управление ГИБДД творческий подарок от коллег оценило. Композиция «Нижегородские батальоны» теперь, кстати, может претендовать и на гимн всей дорожной полиции региона. К слову, в юбилейный день рождения на этом подарки не закончились. Правительство Нижегородской области снабдило сотрудников госавтоинспекции новым спецтранспортом. Почти полсотни патрульных машин уже практически сразу выехали на первое дежурство. Поддержали сейчас автотранспортом, понимая, что это должна быть мобильная служба, пребывать вовремя. Вот. Ну и хороший автотранспорт дисциплинирует и личный состав. Уже вечером сотрудники областного управления ГИБДД сделали своеобразный флешмоб. Несколько десятков новых патрульных машин выстроились таким образом, что с помощью спецсигналов буквально высветили надпись «80 лет».